Приветствую вас на канале. Олимпийские игры уже вовсю идут, и масса зрителей сейчас следят за развитием международных соревнований. Одна из наших фигуристок, Алина Загитова, решила поделиться своими эмоциями по поводу выступления нашей команды в Пекине и взятия ими золота. Я думаю, что сейчас наши ребята зарядились положительными эмоциями, и когда они возьмут в руки золотую медаль, их эмоции будут через край. Это вдохновит их выступить в личном турнире еще лучше, сказала Загитова. Алина, как всегда, сказала отдельные мысли, которым точно можно прислушаться. Напомню, что по итогам соревнований наша команда завоевала 74 очка. А какие у вас мысли? Пишите в комментариях.